Привет, зритель. Вот улеглась тут, мурлычет, я ее, значит, глажу, а она мне пытается цапнуть. А до этого я тут посуду мыла, оладьи пекла, чай наливала. А она все пыталась на меня сесть, как только я сяду. И обижалась, что я, значит, ее снимаю, когда мне нужно было встать. И тут она меня как цап сзади за ногу, повыше колена, хоть я и в пижаме, но пижама тоненькая. Не больно, нафиг ли? Вот, хулиганка такая. И, значит, я в коридор что-то пошла, а муку убираю. У меня мука стоит в шкафу в коридоре. И смотрю, она сидит такая. Обычно к ней наклоняешься, она фиг тебе даст. А тут она так сидит, я ее беру. И она это как бы... Это еще рано, на ней еще ягодки есть, не надо это жрать. А и сколько жрет, она чисто поиграть потом таскается с этой веточкой. Пошла в задницу, там виноград. Ты виноград не ешь. Короче, я ее беру, и она так внезапно так берется хорошенько, и так мур-мур. Я села, покушала, и она на мне мур-мур до недавнего момента. Кошка. Вообще, вот смотрите. Эй, ты что, реально эту веточку жрешь? Ты раньше с ней только играла. Виноград Тайфи. Беру-ка я это. Веточку ей все-таки дали. Виноград я общипала. Безопасности ради. Ты что вообще творишь, кошка? У тебя своя еда есть, а ты не надо эту сладенько. Кошки сладенько не должны жрать. Даже такие странные, как ты. Я могу тебе дать кусочек этой самой. Но сама с этой самой не жри. Вообще, кошка. Нельзя так делать. Кайфует. Алиска. Алиска. Футь. Футь. Фу-фу, или как там говорят кошкам? Представляешь, зрители, я отмыла чайничек японской губочкой. Супа спонза. Спонзи, или как там его. Не жри мой виноградик. Мне не то, чтобы его жалко. Но ты же это, по идее, не должна жрать виноградик. Наверное, пока тебе, зритель. Эй, зритель, поставь лайк, пожалуйста.